Цик, с вами Билли Викс. Всем привет! В последнее время ко мне поступает очень много однотипных вопросов, поэтому мне вам становится очень трудно отвечать на ваши сообщения. И я решила, а почему бы не сделать такое видео, в котором я буду вам отвечать на вопросы. На почти все ваши вопросы, которые вы мне задали в моей группе и на моей страничке ВКонтакте, а также в моем Инстаграме. И это видео я решила назвать Ask X или же Ask Liz. Мне кажется, что это созвучно, и я решила так назвать. И первый вопрос задала нам Диана. Какие твои любимые куклы? На самом деле, из Monster High у меня все любимые. Я люблю каждую и обожаю по-своему. Но у меня есть и фавориты. Это... Далее, сколько тебе лет? Напишите в комментарии, как вы думаете, и в следующем видео Ask Liz я и расскажу, сколько мне лет. Далее вопрос, откуда ты покупаешь или же берешь кукол? Обратите внимание на слово «берешь». Беру я кукол под столом, они у меня там всегда находятся. Вот, например, я достала Dragon Games или Dragon Games Apple. Тут еще, вот я смотрю, River Six стоит. У меня здесь достаточно много кукол, и беру я их именно здесь. А если серьезно, то заказываю я их на сайте billyvix.com. Ссылка будет в описании под видео. Следующий вопрос от Дианы. Когда ты начала коллекционировать кукол? Мне было 7 лет. Примерно 7 лет. Я увлекалась куклами Винкс, Барби, Братс, Следующий список вопросов от Маши Седовой. Первое. Какая твоя любимая кукла в Ever After High? И это Мэдалин, Хэттер или Хаттер? Какая твоя первая кукла в коллекции Monster High или же Ever After High? Из Monster High у меня был пятерной пэк School Shores, также Рошель и Скелета Калаверас из серии Скориш. Стоит ли покупать фару Good Fairy? Стоит. И еще один вопрос. Нет, не еще один. Сколько в твоей коллекции кукол Ever After High? Видео про мою коллекцию Ever After High я еще не снимала, но планирую. И я надеюсь, скоро я это сделаю. Наконец-то, боже мой. Наконец. Вопрос от Маргариты. Твое любимое занятие? Я занимаюсь танцами, музыкой, шахматами раньше занималась. И мне это очень нравится. Настя спрашивает, как ты относишься к куклам типа Пулип или Барби? Барби — это первые куколки, которые у меня вообще были. Наверное, лет в 5 они у меня уже появились, или в 6. А вот Пулип, я к ним также отлично отношусь. Мне они нравятся. У меня есть вот это вот что-то такое. Мальчик из шоколадной фабрики. И еще мы покупали садовника и подарили этот подарок бабушке. Что тебе нравится в куклах Monster High? Они уникальны, они интересные, они красивые. Почему ты решила вести канал? Предложила это все не я. Мои родители давно замешаны в этой сфере, в музыке, видео. Юля спрашивает, на какого персонажа Monster High или же Ever After High ты похож? Тут судить не мне. Мама говорит, что по характеру я похожа на Франкенштейна. Это лишь по характеру. Ну а так, напишите в комментарии интересный вопрос от Насти Смирновой. Любишь ли ты снимать видео? Если честно, вы бы знали, как меня заставляют это делать. Я не хочу снимать видео. Это... Меня заставляют, меня ставят в угол, лишь бы я снимала видео. Вопрос от Кати. Почему свой канал ты назвала именно Билли Викс? Потому что, как и говорилось ранее, я раньше увлекалась Винкс. И во время создания моего канала слово Билли Викс крутилось у меня везде. Там, тут. Маша спрашивает, будешь ли ты снимать челленджи? Такой вопрос, на который я должна чуть-чуть подумать. Челленджи. Хорошая идея. Я подумаю. Мне нужно время. Итак, Алиса, какой твой любимый напиток? Напиток? Это либо коктейль, либо чай, либо 7-Up. Алиса, какая была или будет реакция на новые лица монстряшек? Такая вот.
Сложно ли делать обзор на кукол? Мне нет. Сама скромность. На сегодня это все вопросы. Ставь лайк под этим видео, если тебе было интересно меня слушать и я хоть чуточку тебя подбодрила. Также напиши свой вопрос в комментариях, если ты хочешь попасть в следующий выпуск Ask Liz или же Ask X. Оставайтесь такими же позитивными и креативными. Be cool and crazy. Пока!